Сотни студентов и десятки больниц, диспансеров, поликлиник и других медицинских учреждений города. Здесь каждый ищет каждого, как выразился ректор Рязанского государственного медицинского университета Роман Калинин. Для студентов, которые обучаются на последнем курсе вуза, это хороший шанс найти работу, а для организаций – возможность найти хорошего специалиста, учитывая и то, что будущие врачи могут совмещать работу и обучение. У нас сейчас, ну, давайте скажем так, во-первых, у нас сейчас выпускники уже 2 года имеют право сразу после университета работать, благодаря тому, что введена аккредитация специалистов, и в первичном звене по определенному перечню должностей ребята уже могут приступать после всех факультетов. И этим правом они пользуются, то есть совмещая обучение в ординатуре, благо количество мест достаточно большое, уже с работой в первичном звене, там, где они действительно востребованы. Со времени открытия ярмарки вакансий практически в каждое лечебное предприятие записалось минимум 10 человек. Специалисты в разных областях, все они хотят найти работу, подходящую именно им. Они могут заключать договора на более ранних стадиях, а потом прийти в это же лечебное учреждение на работу устроиться. Сейчас в основном мы закрываем потребности вот первый год в педиатрах. У нас сейчас приоритетом является амбулаторно-поликлиническое звено, где в основном есть потребность в кадрах. В этом году особая потребность появилась именно во врачах-педиатрах. В Рязанском медуниверситете прошел первый выпуск этих специалистов. Ребята уже нашли работу. Вот эта специальность вообще очень особенная. Тут должен быть особый склад характера. Это умение работать с родителями, найти подход к детям, правильно диагностировать. И они в настоящее время, они пришли с багажом практической подготовки, но в настоящее время они работают на педиатрических участках. Основная масса у нас молодых докторов пришли. Многие из них просто работают на педиатрическом участке. Такая возможность есть в настоящее время благодаря решениям правительства Рязанского медуниверситета. Ярмарка вакансий в медуниверситете стала традиционной. Проводят ее 2 раза в год. Сначала рязанские и областные лечебные заведения. После из Центрального федерального округа и за его пределами. Это только очная часть ярмарки. Студенты также посылают свое резюме и в электронном виде. Поэтому будущие специалисты практически всегда знают место своей новой работы. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город».